Всем привет! С вами канал «Вдали от города» и я Нина Коновалова. Решила рассказать вам о том, как можно, значит, с пользой использовать теплицу в зимнее время года. Мы ее используем для содержания, для кроликов. Значит, эти кролики у нас пойдут на мясо, то есть отбракованы по некоторым причинам, там отбракованы в плане мех, там еще что-то. И они у нас идут на мясо. Значит, сейчас им 3 месяца. Вот буквально к Новому году осталось 1,5 месяца, 4,5 месяца. Значит, кормим мы их на откорм Пуриной до 3 месяцев, поскольку хорошо набирает рост. И с 3 до забоя, до 4-4,5 месяца сена. И, в общем, обычный гранулированный корм. Вот такие клетки сделаны быстренько из, значит, сетки и специальными такими хомутами скреплены. Вода здесь, даже когда сильные морозы, не сильно замерзает. Значит, ну, кормушки, вот, в общем, все видно. Здесь же у нас стоит маточник. Сейчас еще сюда поставим 2 маточника. Здесь у нас будут также рожать крольчихи. В общем, в зимнее время года теплицу очень удобно иметь под рукой, чтобы разводить там кроликов. Если у вас есть теплица, обязательно ее используйте. Один у нас кролик внизу бегает, остальные здесь сидят. Здесь у нас будет ряд маточников. Сейчас покажу поближе. Вот, посмотрите. Водичка стоит, кормушки заполнены, кролики. И маточник. Маточник, ну, сами знаете, для чего. Вот мое короткое видео для вас, уважаемые друзья. Надеюсь, кому-то понадобится. Содержать кроликов в теплице в холодное время года отлично. Не нужны дорогие клетки. Ничего такого особенного не надо, им здесь тепло, солнышко пригреет. Сейчас они, главное, чтобы не было сквозняка. Если, когда такая погода возникает, что на стенках образуется влага, открывается дверь с одной стороны, и через час этой влаги уже нету. Всем пока, всего доброго, крепкого здоровья, хорошего настроения.